Сцена из спектакля «Смерть Тарелкина». Смерть Тарелкина! Господин отставной, придержите ваши страсти для дам. Да. Вы чай знаете, золотенький мой, что такое? Что такое? Шершеляфа. 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 Не понял. Объясню вам это просто идеей. Да. Чай французской изучали язык. Ой-е. Вы тут давеча ходили с червей. Мы тут дальше ходили с сервей. Мы ходили с сервей. Ну что ж, сыграем. Захожу с дамой пик. Крали?
полчаса как из тюрьмы. Неужели не узнали? Здравствуй, папа. Вот и мы. Наша добрая, бедная мама очень влюбчива с детства была. Это верно. И однажды морозной зимою нас несчастных на свет родила. А папаша своей соблазнитель, он на тройке с трубой укатил. Просто дьявол, как похожий. На кого же? На отца. Нет! Так выросли мы на панели, как цветочки на поле пустом. С нашей влюбчивой бедной мамашей позабыты злодеем отцом. Смотрит ласковый боженька с неба, все он видит и помнит про нас. Он накажет злодея папашу, за страдания сироткам воздаст.